слушайте, вот у меня есть двое своих детей, и я их очень сильно люблю. А чужих детей я как-то, ну, не то чтобы не люблю, да мне пофиг, честно говоря, на чужих детей. Вот, и меня раздражают вот эти тетки, которые, ну, как так, ты должна всех детей любить. Ты же мать, ты должна любить всех детей. Ну, окей, допустим, у меня есть муж, и я люблю своего мужа. А на чужих мужей мне как-то пофиг. Чего ж вы не орете, не говорите, типа, Наташа, как так? Ты должна любить всех мужей. Почему это ты даешь только своему мужу? Давай всем мужьям. Чего так не говорите? Не ебанулись окончательно, потому что? Да к вам недалеко еще, скоро конечная. Вот и все, вот и все. Вот и все, вот и все. Наташа в чем-то права. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Слушайте, так некоторые чаечки так и делают, дают всем мужьям. В чем проблема? Некоторые так и делают, да? Слушайте, ребята, конечно же, она, в принципе, права. Скорее всего, так и есть. Просто у нас в обществе очень много лицемерия. Типа там, да, вот, ой, как вы так можете там детей называть прицепами? Вы че? А что здесь, во-первых, оскорбительного, я не понял. Почему-то вы удивляетесь, что я их могу не любить. Вот, с каких делов я их должен любить? С какого хрена? Вот я к ним, достаточно того, что я к ним нейтрально отношусь, мне от них ни холодно, ни жарко. Это обычные люди, которые, ну, маленькие, подрастающие, да, вообще ни холодно, ни жарко. Нет, я их должен любить, как это так? А если, не дай бог, ты нашел женщину с ребенком, ты просто обязан стать для него отцом. Что, серьезно, что? Ребята, эта женщина играет просто в угоду собственной, я извиняюсь за тавтологию, выгоде. И все. Чтобы просто был лох, который это будет все делать, обеспечивать, воспитывать и, там, и так далее. Ребята, но не забываем главное правило. Чаечка говорит правду, молодец, но верить нельзя. Ребята, это главный критерий, который я всегда говорю, что чаечкам верить нельзя. Что бы они ни говорили, ребята, усыпляет бдительность, будьте осторожны, верить нельзя. Послушать можно даже поаплодировать, молодец, хорошо сказала, но верить нельзя.